Стартовало предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму и региональные парламенты. Праймерис проходит в онлайн-формате. 24 мая по всей стране стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия». Праймерис проводится для отбора кандидатов, которые будут участвовать в выборах кампании этого года. Чтобы стать избирателем, нужно пройти регистрацию на сайте электронного предварительного голосования и авторизироваться через портал госуслуги. Поставьте галочку на всех бюллетенях и нажмите кнопку «Подтвердить». Документ подпишется электронным ключом и данные отправятся на сервер. После скачивания уникального ключа избирателю поступит уведомление, что его голос принят. Сегодня началось предварительное голосование электронное, и я вот именно сейчас проголосовал. Это очень важно. Я хотел бы сегодня еще раз сказать и призвать наших жителей внимательно к этому отнестись, к этому действу. Так или иначе, мы определяем свое будущее. Будущее, такие слова тривиальные, и не хочу лозунгов, но будущее в наших руках. Проголосовать за участников праймерис можно до 30 мая включительно. Напомним, единый день голосования пройдет 19 сентября 2021 года. Жителям столичного региона предстоит выбрать депутатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу. Андрей Лобанов, Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.